друзья, давайте с вами сегодня приготовим восхитительную закуску из куриной печени в беконе, которая подойдет к любому праздничному застолью и не только. Такую печень можно приготовить и подать на ужин, тем самым порадовать всех своих домочадцев. Готовится она просто, а получается невероятно вкусная, ароматная и нежная. Приготовьте, вам этот рецепт обязательно понравится. Все ингредиенты пропишу под видео, заходите, смотрите и готовьте. Итак, промываю печень, а я отправляю ее в миску. К печени добавляю лук, я его измельчила при помощи блендера. Один зубчик чеснока пропустила через пресс. Добавляю пол чайной ложки приправы для курицы. Немного черного молотого перца. Соевый соус. И щепотку соли. Печень хорошо перемешиваю и отставляю ее мариноваться на 30 минут. Ну что, прошло 30 минут, печень готова. Беру сырокопченый бекон, если у вас полоски очень длинные, разрежьте его пополам. На кусочек бекона выкладываю небольшой кусочек печени и все аккуратно сворачиваю в рулет. Такие рулетики готовятся очень быстро и просто. Далее рулетики нанизываю на деревянную шпажку. В итоге у меня получилась вот такая красота. Выкладываю печень в беконе на противень и запекаю в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 20-20 минут. Главное, чтобы бекон у вас зарумянился с двух сторон. Готовую печень выкладываю на тарелку и подаю к столу с зеленью, а также можно подать с любыми овощами. Как видите, готовится такая закуска быстро, просто, получается невероятно вкусно. Приготовьте, вам понравится. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы. Всем пока-пока, готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится.